Всем привет, меня зовут Дмитрий Маклаков, я обучаю разговаривать на английском языке. В этом видео мы с вами поговорим о том, сколько английских слов нужно знать. Я вам приведу конкретные цифры, поясню, почему именно столько слов, а не какое-то другое количество. Но прежде чем мы перейдем к этому вопросу, необходимо разобраться с таким моментом. Знание большого количества английских слов не гарантирует то, что вы будете хорошо уверенно и адекватно на английском языке разговаривать. То есть вы можете знать, допустим, 500 слов и разговаривать так прекрасно, что ни один англичанин вообще не отличит, что английский не ваш родной язык. И вы можете знать 10 тысяч английских слов и при этом говорить абсолютную полную чепуху. То есть с точки зрения логики, как люди рассуждают, если я знаю больше слов, значит я лучше могу разговаривать. Это логично. Но в языке эта логика абсолютно не работает. Я вам сейчас попробую объяснить, как и почему так происходит. Допустим, вы хотите сказать по-английски предложение «я хочу пить». Как вы будете это делать? 90% русских людей говорят фразу «I want to drink» – «я хочу пить». Ну, это логично, потому что «я» – это «I», «хочу» – это «want», «пить» – это «to drink». Получается «I want to drink». Получается абсолютно правильное предложение, но оно означает буквально следующее. Я хочу набухаться. То есть I want to drink на английском означает я хочу набухаться. Получается, что вы хотите сказать предложение, я хочу пить. Вы знаете все слова, вы составили правильное предложение, но по факту у вас получилась полная ерунда, потому что это абсолютно не соответствует тому смыслу, который вы хотели изначально. И таких примеров миллион можно приводить, когда люди выучили слова, какие-то фразы, правила, и едут за границу, разговаривают, думают, что они прекрасно говорят, у них все получается, а на самом деле они говорят полную чушь на английском языке. Еще пример. Вы сидите в кафе или в ресторане и хотите сказать такую фразу: «Кухня здесь хорошая». Или здесь хорошая кухня, без разницы. Опять же, как говорят 90% русских людей, kitchen is good here, ну потому что kitchen это кухня. Но kitchen это кухня как помещение. То есть когда вы говорите kitchen is good, это значит здесь хорошее помещение кухонное. Оно чистое, там хорошее оборудование и так далее. Вы опять же хотели абсолютно другой смысл донести, правильно? Вы хотели сказать, что здесь вкусно кормят. Как это по-английски говорить? Надо говорить the food is good here. То есть еда здесь хорошая. Опять же, вы хотите сказать предложение, кухня здесь хорошая. Или мне нравится здесь кухня в этом ресторане. Вы все слова знаете, вы составляете правильное предложение, но получается ерунда. Потому что абсолютно не тот смысл, который вы хотели вложить в ваше предложение. Вот именно поэтому чем больше английских слов вы знаете, это не гарантирует, что вы лучше от этого сможете общаться. Абсолютно это разные вещи. Это очень важно, это нужно понимать. Только лишь знание большого количества слов и знание английских правил не равняется умению правильно, адекватно, хорошо разговаривать. Абсолютно не равняется. Но если мы переходим конкретно к вопросу, сколько английских слов нужно знать, зависит от ваших целей в изучении английского языка. Вы могли встречать такую информацию, что 500 самых частых английских слов покрывают 90% всего английского языка. То есть типа 500 слов выучил, все, 90% ты можешь говорить и понимать. Я не знаю, кто и как это считал, но я когда общаюсь на английском, мне 500 слов катастрофически не хватает. То есть я представляю, что если бы я знал только 500 слов, ничего адекватного я бы сказать не мог. Ну, может быть, кто-то сможет, но у меня так не получается. 500 слов достаточно для самого базового, самого примитивнейшего уровня. То есть у вас предложения будут из трех слов буквально состоять. Наверное, есть люди, которые знают 10 слов, 9 из них матерные, и каким-то образом они разговаривают. Ну, у меня так не получается. В моем понимании
500 слов – это базовый примитивный уровень, который достаточен, например, для туризма. То есть вы сможете заселиться в отель, купить там что-то, спросить, уточнить. Да, для этого 500 слов достаточно. Если мы же говорим про нормальный, хороший, адекватный уровень полноценного общения, то, на мой взгляд, необходимо примерно 2500 английских слов. Причем не любых, которые вам придут в голову, а правильно подобранных английских слов. Список я вам приведу в описании к этому видео, будет ссылка, вы сможете этот список скачать. 2500 английских слов. Если вы эти слова изучите, запомните, выучите, то это вам позволит общаться на английском абсолютно где угодно и на абсолютно любые темы. Почему именно эти слова и почему именно 2500 слов? Ситуации, когда мы либо не знаем какое-то слово, либо забыли какое-то слово, происходят с нами постоянно. Причем на русском языке в том числе. Мы постоянно забываем слова, и мы какие-то названия каких-то слов не знаем просто. Тем не менее, это нам никаким образом не мешает полноценно разговаривать на русском языке. Почему? Потому что есть такой процесс, который называется описание. Если вы какое-то слово не знаете, не помните, вы описываете его при помощи других слов, которые вы знаете и помните в данный момент. Зайдите, допустим, в магазин инструментов каких-нибудь или сантехники и послушайте, как там общаются покупатели. Они говорят примерно следующее. Значит, мне нужна такая вот штучка, которая вот под раковиной, у меня там такая трубочка, к ней подходит вот эта фигня, мне нужен туда переходник, чтобы там у меня все было нормально. Вот примерно так люди объясняют то, что им нужно. Потому что невозможно знать вот этих всех названий, всяких предметов и так далее, узконаправленных. Или забываем мы какие-то слова, происходит то же самое. Мы описываем то, что нам нужно. И вот эти 2500 слов, которые вы можете скачать по ссылке, это тщательно подобранные слова, которые позволяют вам описать абсолютно все, что угодно. Предметы, явления, чувства, действия, абсолютно все. Но для этого вы должны уметь разговаривать на английском языке, то есть адекватно составлять предложения, доносить смысл, тот, который вам нужен и так далее. То есть именно для этого нужно уметь общаться. Знание слов и умение общаться – абсолютно разные вещи. Знание слов необходимо для умения общаться, но это далеко не единственный фактор, который для этого требуется. То есть знание слов и правил – это необходимые элементы, но недостаточные. И именно поэтому большинство всех программ, обучающих по английскому языку, абсолютно неэффективны, да, с точки зрения того, что по ним научиться говорить невозможно. Почти все программы, которые вы найдете, курсы, репетиторы, преподаватели, обучающие системы, сайты, приложения и так далее, они вас будут обучать правилам и словам. Все. Поэтому, если у вас есть желание научиться разговаривать на английском языке, вы можете со мной связаться, мы с вами проведем пробное занятие, и, возможно, моя система вам понравится, и мы примем решение с вами заниматься. Вот такая была информация по поводу количества английских слов. Учтите, что количество не самый важный фактор в изучении языка. Имейте это в виду. Успехов в изучении вашего английского. Всего хорошего.